Крупный пожар произошел в Касимове в выходные. Загорелось двухэтажное нежилое здание на улице Советской. Пожар тушили 9 пожарных и 3 цистерны. Очевидцы сообщают, что во время происшествия слышали звук взрыва. Однако сотрудники МЧС эти сведения не подтвердили. Вызов поступил на пульт дежурному в 17:15. В это время людей в здании не было.